Так, родные, салам. Сейчас увидим долго. Встречают его друзья, знакомые, родственники, мама, отец там. Вот так вот. Мы все добились этого вместе. Мы, хотя собаки гавкали вокруг нас, собаки лаяли, да, некоторые даже радовались, на какие-то другие вещи рассчитывали. Но вот получился вот так. Это прекрасно. Это замечательно. Вот так героев встречает. Пусть лопаются там недоброжелатели. Особенно сапы бизден улан. Сапы бизден улан. Шерефсиздер, алшаглар. Да, безумфадамас. Феномен. Феномен. Фад Аббаслы. Аббаслы будут уже сойдать. Это был фад феномен. Россия. Россия. 30 yılda Sovet hükümeti dağılandan sonra ümumiyyətlə vahşi. Hələ belə bir şey Azərbaycanlılar arasında olmamışdı ki, belə bir birlik olsun kiminsə ətrafında, hansısa ideyanın ətrafında. Fuad iki ilə WSET. Faktdır da bu, fakt. Это факт. Это факт. Это реальный факт. То, что, например, наша диаспора не мог сделать за 30 лет, вот это сделал буквально за год, максимум за пару годиков. За пару лет один сделал то, что сотни, тысячами руководителей диаспоры не могли сделать. Факт – это факт. Смотрите, сколько людей вокруг вас. Сколько. Почти 99% азербайджанцев, те, которые проживают в России. Потом это все перекинулось и на Азербайджан, и на Европу, в тех странах, в которых живут азербайджанцы. Понимаете? Вот это. Это. Я сейчас. Немножко похудел. Ничего, накормим, братан. Давайте послушаем. Ondan dolayı hiçbir haber vermemişti. Özüm için de gözlenilmez oldu çıkmağa. 40 gün boyunca kapalı mekanda kalmışım. Onun için ben isterim biraz dinceleyim. Yani bugün seher. Dünen akşam soruşturma olmuştu, sorgu geçirildi. İşte bugün seher gözlenilmeden bir haber çıktı ki artık terk edilen Rusya'nı. Yani biraz dinceleyip rahatlaşıp özüme geldikten sonra ayrıca bir matbuat konferansı vereceğim. Ve matbuat konferansında bütün sorularınıza rahat bir şekilde cevap vereceğim. Mahkemeye mutlaka mahkeme yollayacağım. Allah'a bütün sorularınıza rahat bir şekilde cevap vereceğim. Seherimizde hiçbir problem yoktu. Her şey yakışıdır. Sadece 12 gün boyunca hazır olup daha 40 günü çok rahat geçecek. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Devam edeceği daha da güçlü olacak. İnşallah. Peki efendim, sen milletimize sağ olasın. Böyle. Bundan da sonra buna kadar ne olmuştu?
мелочь. Еще сильнее будем, еще больше работать будем. Вот и все. Ладно, родные. Всем удачи, счастья, здоровья, мирного неба над головой. Справедливость всегда через трудности, через боли все равно побеждает. Вот это и есть справедливость. I love you, Ashley. Мама, я шел за Бирлич, Аллайши, Ояны, Ояны, Сосуд, Атрамам, Салам.